Инфляция в США достигла рекордного максимума за последние 40 лет. Теперь многие покупатели и малый бизнес еле сводят концы с концами. Алекс Крамер, владелец кафе в Вашингтоне, говорит, что в последние месяцы очень подорожали и сам кофе, и молочные продукты. Можно заметить, когда у людей заканчиваются свободные деньги. Кто-то уже заказывает обычный кофе вместо капучино, кто-то расплачивается монетами. И чтобы было удобнее, мы продаем кофе по доллару за чашку. А это продуктовый магазин неподалеку. Его владелица отмечает, что с ростом цен местные товары становятся все менее доступными для людей. От оливкового масла до вина и сухой пасты все подорожало. Мы уже с трудом сохраняем статус обычного продуктового магазина. Теперь наши товары превращаются в эксклюзивные, и люди уже не могут сказать, что знают, где купить недорогое оливковое масло за углом. Покупатели говорят, что шокированы тем, как быстро взлетели цены. Теперь нужно быть осторожны. Подорожало все – фрукты, овощи, все продукты питания. Нет ничего, чтобы подешевело, все только дорожает. Индекс потребительских цен в США в прошлом году вырос на 7%. Это самый большой скачок с 1982 года. Федеральный резерв заявил, что Центробанк США готов сделать все необходимое, чтобы высокая инфляция не стала постоянным явлением.